Такие страшные трещины расползаются по квартирам дома на Партизанской 70Б. Напомним, ранее в двухэтажке старого фонда ввели режим повышенной готовности из-за трещин в строительных конструкциях. Людей экстренно эвакуировали. Я пока тут не началось, я не знала. Я работаю с 7 до 7 вечера, прихожу темно. Так что мне как-то вот пока не началось все вот это. А пока люди в шоке и думают, где им теперь жить, специализированная организация обследовала дом и все-таки признала его аварийным и подлежащим сносу. По предварительным данным, все дело в этом строительном объекте. Здесь в непосредственной близости к фундаменту двухэтажки возводят многоквартирный дом с объектами инфраструктуры. В результате выполнения земляных работ и систематического намокания неукрепленного грунта вокруг котлована состояние двухэтажного дома ухудшилось. Тем временем, по результатам доследственной проверки, краевой следком возбудил уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Следствием проведен осмотр поврежденного жилого дома и строящегося объекта, изымается строительно-проектная документация, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются сотрудники организации застройщика и подрядных организаций, жильцы дома, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Расследование уголовного дела продолжается. По чьей вине пошли трещины, еще предстоит выяснить. Что касается жильцов, их обещают расселить в рамках муниципальной программы «Барнаул. Комфортный город» на 2015-2030 годы. Остается надеяться, что их будущие квартиры будут хотя бы не хуже, чем в этой старой двухэтажке. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком.